если будет друг мой. Ну давай как-нибудь это. Ну что вам рассказать? Дело было так. Как сейчас помню, вроде самый обычный день. У меня есть традиция, я всегда ставлю музыку во время работы. И я давно заметил, что особенно мои лошади любят Queen. Вот тут-то мы с ними сходимся. Я тоже их очень уважаю, очень. Вдруг смотрю, а он ногой цокает. Ну, думаю, цокает и цокает, а потом пригляделся, а он под песню. Тыщ, рок-то у меня в крови. У меня же группа была. То есть, есть. Да, не, ну как уж, ну естественно. Ребят, не подумайте, что я сошел с ума. Фантастика. Знаете, я плакал в своей жизни, наверное, всего раза три. Когда у меня родился сын, когда наши вышли в полуфинал чемпионата мира, и когда я услышал, как эти лошади играют Queen. Мы прямо... Я понял, что эту группу Клайсдейлов должны услышать все, то есть вообще все. Я поработал практически со всеми звездами, но это было, так сказать, в формате людей. Ну просто есть продюсеры, а есть Петр Юрьевич. Мой прадед был кузнецом. Ну, и я теперь кузнец. Вот такую вот тарелочку. Лошади же не могут стучать просто так, аж не чечетка, чрок. Вы представляете, что такое инструменты для концерта Клайдсдейлов? Не знаю я. Надо тогда мере добавить. Понимаешь, да? Тут мы с ребятами сели, помозговарили и решили, честно говоря, похулиганить. Да. 800 килограмм живого веса – это 5 таких, как я. Такой группе нужен спонсор. Ну, вообще, любой группе нужен спонсор. А вот такой особенно. Ух, впечатляет. Знаете, бывают такие моменты в жизни, когда ты понимаешь, что от тебя что-то зависит. На самом деле что-то зависит. Просто... Ну и потом, когда инструменты были готовы, оставалось, в общем, самая малость. То есть, ну, научить лошадей на них играть. Меня зовут Белла Строгова, я профессиональный тренер по конному спорту. А можно это снять уже? А тут он тяжелый очень. Так хорошо? Я очень давно мечтала поработать с этими лошадьми, и я придумала одну штуку. Да? Белла нас просто спасла, без нее бы у нас точно ничего не вышло. Сложнее, чем тебе. Ну, смотри, вообще мощь. О! Клайдсдейлы будут на Вэмбли. Клайдсдейлы выше всех похвал. Такие из...